19 августа Православная Церковь отмечает праздник Преображения Господня. В этот день православные христиане стараются посетить храмы, помолиться за литургией, исповедаться и причаститься святых христовых тайн. Праздник установлен в честь явления божественной силы Христа Спасителя своим ученикам на горе Фавор. В Священном Писании рассказано, что во время молитвы апостолы стали свидетелями чудесного преображения Господа. Просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. В этот день храм и икона по-особому украшены. Как благодарность Богу, прихожане традиционно приносят для освящения плоды нового урожая, как заповедь приносить начатки плодов своих. Освященными плодами все стараются угостить друг друга. В этот день в городском саду состоялась краевая выставка работ мастеров декоративно-прикладного, изобразительного, фотоискусства и народных ремесел «Яблочный спас». По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория в мероприятии принял участие руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Александр Игнатов. Сегодняшний праздник открывает нам глубокий смысл. Если ты преобразишься изнутри, то будет потихонечку преображаться твоя жизнь. А если ты останешься таким же грешником, как ты был, пил, гулял, веселился, развлекался, забывал о главном. Пока мы не поймем, что мы не просто живем какой-то определенный этап времени, но мы готовимся к переходу в вечность, к встрече с Богом преобразившимся. И если мы за время своей земной жизни не успеем преобразить свое сердце, свою душу, свою жизнь, то ответ перед Богом, когда мы предстанем, будет для нас страшным. А если мы преобразимся, изменимся, раскаемся в грехах своих и поживем с Богом, сохраняя и свою культуру, и свои традиции, семьи, любви и верности, тогда и умирать не страшно, потому что тогда эта встреча с Богом будет встречей радости, как была радостью встречи для Петра, Иакова и Иоанна. Злился? Не злись. Осуждал? Не осуждай. Ругался? Не ругайся. Курил? Не кури. Грешил? Не греши. Молись Богу, от Него победа. Бог наш генерал. Он нас и водит, говорил Александр Васильевич Суворов. Тогда и внешних врагов победим, и внутренних бояться не станем. Вот потому-то с Богом, братцы, и храни всех вас Христос. Отец Александр при участии казаков Рождественской полусотни окропили святой водой плоды, поздравили с праздником Преображения Господня участников и гостей мероприятия. Зовут так Игорь, да? Крещённый? Да. Крестик носишь? Ношу. Молодец. Помоги Господи. Дай Бог тебе здоровья, праздника, трудись, Игорь. Это хорошее дело. Это лучше, чем спеть. Даже. Дай Бог здоровья вам. Храните веру православную. Пожелаем, чтобы сегодняшний праздник Преображения преобразил наши души и сердца, сделал всех нас добрее. И самое главное, за этим освящением увидеть всем нам свет преобразившегося Христа и постараться преобразиться самим.